$2 400 000 выделено правительством Бельгии на технологические проекты для поддержки Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций, включая проект по сбору платежей для беженцев. В 2017 году был введен экспериментальный платеж на основе блокчейн с целью повышения эффективности и прозрачности денежных переводов сирийцев, проживающих в лагерях беженцев в Иордании. В этом году правительство Бельгии будет расширять исследования в отношении блокчейн-решений по проекту беспилотных летательных аппаратов, которые намерены использовать во время стихийных бедствий для сбора топографических данных и анализа ущерба.